сорт шелковицы под названием «Принц Грончатый». На 28 июня 2023 года. Темно-ягодный сорт. Только начал созревать. Средне-позднее срока созревания. Когда Галиция уже практически отходит, принц Грончатый начал плодоносить. Лист среднего размера, зеленой окраски. Ягоды вот такие черные. 3-4 сантиметра в длину. Есть такие более крупные, до 4 сантиметров, до 5 даже. Здесь показывает урожайность выше среднюю. Дерево молодое, ему здесь третья вегетация. Вот такие бывают форма плодов разного калибра. Интересные такие плоды. Усовые качества высокие. При созревании они осыпаются. Как обычно. Сорт шелковицы «Принц Грончатый». Ветка хорошо загружена здесь урожаем. А это шелковица «Принц Грончатый», но уже деревом 5-летнего возраста. Красивое такое здоровое дерево. Здесь показывает урожайный сорт повыше, нежели трехлетнее дерево. Здесь уже можно характеризовать, как урожайность высокая. На 28 июня сорт уже созревает вот такими гроздями. Конвейер свежих ягод. Одни зеленые, другие начали созревать, а третьи уже созрели. Сказка. Земная сказка. Свои качества высокие. В нижней части кроны, где меньше света. Здесь уже урожай зеленый. Верхней части кроны. Ягоды покрупнее. Принц Грончатый.